Всем привет! Меня зовут Натали, и я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я вам расскажу о покупочках в магазине Аврора. Поехали! Чипсы белые, 50 штук, на кольце. Отличного качества, мне очень нравится. Второй набор из втирок для ногтей. Я их пронумеровала, чтобы не попутать. Первая втирка с зеленым отливом. Вторая втирка с фиолетовым отливом. Третья втирка. Мне больше всего понравилась. Она жемчужная. На бежевом типсе вообще не отвести глаз. Четвертая втирка голубая. Пятая втирка золотая. Шестая втирка баклажанная. Третья покупка — хлопья в зеленой гамме. Наполнение отличное. Здорово смотрится на ногтях. Вбиваю ее в липкий слой гель-лака. Отлично блестит. Четвертая покупка — хлопья розовые с голубым отливом. Вбиваю тоже в липкий слой. Мне они больше понравились, чем предыдущие. Бомбезная фиолетовая втирка. В набор ходит аппликатор. Втираю втирку. Отличный результат. Шестая позиция — розовая втирка. Тоже аппликатор входит, я его только редко использую. От нее вообще невозможно глаз отвести. Не так ли? Набор для декора из 6 позиций. Первая — мелкие шестигранники. Вторая — крупные. Третья — соломка. Четвертая — микс из шестигранников. Пятая — блеск. Шестое — набор камней с металлическим декором. Стразы здесь отличного качества. Следующий набор красных страз, тоже с металлическим декором. Везде наполнение разное. И набор с розовыми стразами. Мне очень они нравятся. Два лака ноготок. У них два номера. Как и на первом. Номер 28 и 4. На втором номер 19 и 46. Выкрасим сейчас их. 19-й пыльно-розовый. Отличная консистенция у лака. Ровно ложится. И самовыравнивается. Консистенция отличная.
Четвертый номер неоново-розовый. Просто незаменимый лак в летнее время. Понравилось видео? Ставьте палец вверх. Что вам больше понравилось, пишите в комментариях. Всем пока, до скорых встреч!